Всем доброе утро. Уже 7 утра, 7:02. А этот еще закрыт. Непорядок, непорядок. Потому что они даже, когда приезжала в будний день пораньше, то они и без 10:07 работали. А тут решили не открывать раньше. Ну. Опоздали. Кто-то сегодня проспал. Все с такими тачками огромными. Все хотят пораньше скупиться, чтобы потом в очередях не стоять. Возьму бананы. Боже, а чего она все не открывается? Чего она сегодня ничего не работает? Все работает. Ой. Но я как всегда. Возьму еще одну веточку банана. Окей. Так, а тут нужно еще взять такие, которые можно есть уже. Чем ты рвется? Что такое? Это есть апельсины. $15. Вот этот пакетик. 3600 здесь. А, что еще? Яблоки я хотела. Смотрите, здесь яблоки стоят подешевле, нежели в обычном Костко. Значит, 2,5 килограмма, $7. Возьмем. Сейчас посмотрю, нету ли их гнилых. Были хорошие. И еще один пакет.
Яблоки есть. Надо еще взять помидорчики. Целый ящик. Что у нас с помидорами? $40 вот этот ящик, в котором 9 килограмм, и $62, 63, в котором 11 килограмм. А тут, кстати, выбрано только 2 ящика. Я сейчас возьму вот этот ящик. $40, 9 килограмм. Да, будем есть их, наверное, месяц. Ну или недели 3. Салаты делать. Так, я еще хочу огурцы взять. Огурчики. Вот, значит, $17 вот этот вот ящичек, в котором почти 2 300. 2 килограмма, 300 грамм. Еще, о! Так. Перцы. $9, 8 перцев. Сейчас вот эту капусту салатную возьму, посмотрю. О, виноград. $9. Кстати, классный. Очень. Я думаю, сейчас я потрогаю его. Да, он такой натянутый, в плане не вялый. Я хочу виноград. Так, возьмем капусту. Все. Это все. Малина из Мексики, $8. Вот это ежевика. А вот нектарин тут стоит по $9. Из South Africa. А вот эти, цена на вот эти вот штуки нету. Ну, тоже где-то в районе 9-8. Ну, все. Чеснок я куплю в китайском, там дешевле. Иду на кассу. Вот это все, что я хотела купить. На пиццу пепперони, колбасы нарезанные. Ну, если честно, оно, наверное, не очень хорошая колбаса по вкусу. Вот тоже. По $20 из Израиля гранаты. Кстати, подешевле, то было по 25. Или это в другом Костко. Знаете, я хочу взять, потому что я помню, по 25 я брала эти гранаты. Сейчас посмотрим
какие они тут не гнилые. Нет, они хорошие. Как его теперь взять? Все. Теперь точно все. Вон цветочки выставляю. $23 букетик. Ой, какие красивые орхидеи по $20. Алоэ $15. Вот это я не знаю, как оно называется по-нашенски. Бонзай. $35. Сам Пеллегрино 25, 15 бутылок по литру, а тут 27, 24 бутылки по 250, это в стекле, а вот такой Сан Пеллегрино 28, 24 бутылки по пол-литра. Пластик. Так, чек обошелся в $136. Три банана, green grapes, виноград, два амброзия яблоки, огурцы и вот $40 помидоры, $20 гранат. Зеленый перец 9, и апельсины 15, и салат 8. Вот, в общем, все покупки. И там помидоры мои. Так что сегодня на $137.